где они набирают его. Полный вперед. Мама у нас у руля. Да, мама? Да. Нравится тебе на кораблике? Да. Ты как будто бы пассажир у нас, да? Да. Люди, скажите вот тем, которые с корочкой берегут, там жены плывут. Жены? Я думала, в таком случае они не вернутся, девочки. Скажите любовь, скажите любовь. Запомнила? Жены или любовницы, что скажешь? А? Чтобы они жены, да? Да, к одному жена плывет, к другому любовница. Чтобы наверняка. Рулик, жены там плывут. Нам надо передать послание. Нам да? Надо передать послание ветками. Да. А ты вам как плавать? Ты умеешь плавать, ну а вдруг? Вот что тебе ребенок спросил? А? У вас есть жилет, и вы меня спасете. Что ты спрашивала, Кира? А если мама умрет? А если маму не вытащит? Да вытащит. У вас есть жилеты. Будете меня вытаскивать. Полезешь за мамой спасать? Не полезу. Чего? Не полезу. Почему? Потому что мне страшно, вдруг я тоже утону. Ты в жилете. А если я тебя выкину, мама, не переживай. Если вдруг с тобой что-то случится, я выкидываю Киру. Эй, не надо меня выкидывать. Мама у нас первый пошел. Давай. Куртка сухая, жопа мокрая. Ну давай, давай. Класс. Мама, ты там воды не наплывайся. Давай ты теперь на горку. Залази, залази, давай. Я тебя жду. А можно я? Давай на горку, мама тебя ловит. Ты меня ловишь? Да, ловит, ловит, давай. Давай, быстрее. Второй пошел. Где вы там? Мама, прыгай! Прыгать? О, кукушки. Залази. Только, мама, ты не на эту сторону, а на ту, пожалуйста, залази. Боливар не выдержит двоих. Ну как тебе, как ваши впечатления? Классно. Мама, на ту сторону залазите, пожалуйста. На свое местечко. Как вам водичка? Клинит. Водичка как? Клинит, вернее. Хорошая водичка, чистая, прозрачная, тепленькая. Рыбок видно? Ну, я нигде рыбок не смотрела. О, можно же очки одеть. Не, не надо очки. И смотреть рыбок. А только там. Готово? На ножки стань и прыгни в воду, как положено. Вставай. Не ножками, вставай на ножки и прыгай в воду просто. Так она тебя поймает. Давай, будете с мамой плавать, я вас сниму. Езжай! Плюхнулась. Поплавайте лучше в водичке. Отплывайте, вас так будет лучше видно. Давай. Ты сама плаваешь? И голову держишь. Все, пока, я поехал. Тут дна не видно, Кира. Мама даже не видит. Дна не видно. Да.
Ты сама плывешь ко мне? Правда? Ой, жабка. Все, вылазим на горку. Мне понравилось. Да что ты? Поехали. Куда? Поехали. Куда поехали? Эксплуатация детского труда. Давайте, рабы на галерах. Погнали! Че такая невеселая? Ты должна радоваться, что ты папу везешь. Папу? Посерединке. Да, ловит ножками вниз. Давай, раз, два, три. Прыгай. И мама ловит, ты что? Ты же уже взрослая, давай. Ты как плавала классно. Раз, давай. Руки отпускай. Два, нет, вставай. Вставай. Раз, два, как мешок с картошкой. А надо было прыгнуть. Эй, куда вы лазите? Покупайтесь. Парашютиста запускают. На ножки становись. Вставай, хорошо, вставай, вставай. Руку. Раз, два, три. Что такое, наглоталась? Надо было, баба сеяла горох, да? А маму что ты с собой не зовешь? Что, сама вылезти сможешь? Пароход гудит. Ну, не страшно. Все, пока, я поехал. Пока-пока. Пишите письма! Улыбочку. Помашите с моря бабушке ручкой. Приезжай к нам. Там скоро экскурсия. Где? Вон там. На Орионе. Да. Видишь, просят людей в ладошки хлопнуть. Вон флаг, да?
Да, копченый. Это О, вон он. Кто, Джек Воробей? Да. Там все забили, у него флаг. Довольная? Да, довольная. Увидела Джека Воробья? Тарелку нашли, да? Кого? Кого нашли? Тарелку. Какую? Тарелку нашли, маску. И Джека Воробья нашли? Да. Он сегодня вон там сидел. Да. Мама, а ты накупалась? Ну что, догоним Орион? Да. Буйки. Там дульки. Скажи, буйки. Дульки. Или новороссийские вообще. Ну, тучи, шторм, горы, что не видно. Сейчас и мы пойдем домой, потому что тут собирается гроза. Но у нас тут улыбнулось немножечко солнышко. Да? Да. Довольная? Да. Накупались? Нет. Мало? Да. В следующий раз еще покупаемся. Проплываем мимо Джека Воробья. Да, вон он, Джек Воробей. Джек Воробей. Прямо на горе большое бетонное здание. Да. Это пансионат. А выше желтеньким таким, видишь? Да. Это детский лагерь Восход, по-моему. Заброшенный. Я на него уже несколько раз ходил, скоро опять пойду. Зачем? По заброшке полазить. Папа, старый дядя. Я тоже пойду. Тоже пойдешь? На заброшку? Мне надо молодое поколение заброшкам научить. Да?